Ленинграде, в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова, состоялся большой праздник, посвященный 40-летию советского кино. Все здесь напоминало о любимых фильмах. Об истории нашей кинематографии рассказывали многочисленные стенды. 150 тысяч ленинградцев пришло в парк на встречу с героями фильмов и их творцами, видными деятелями советской кинематографии. Старейший артист Николай Иванович Мичурин, режиссеры Фридрих Маркович Эрнер, Николай Иванович Лебедев, артисты Зоя Алексеевна Федорова, Павел Петрович Кадочников, Марк Наумович Бернес, Олег Петрович Жаков. Артистку Арипину мы встретили в одной из аллей, так же, как и режиссера Иосифа Ефимовича Хейфица. А на спокойную гладь пруда уже выплывали лодки с живыми героями фильма. Славный путь прошло советское кино, и признание его народом – самая высокая награда киноработникам, создающим все новые фильмы о наших современниках, воскрешающие славную историю нашего народа.